Трехстороннее заявление лидеров Российской Федерации, Армении и Азербайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям на Горном Карабахе, не содержит никаких секретных приложений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник, передает канал 13. Секретных приложений никаких нет, и я не вижу, какие темы могут быть предметом неких секретов, сказал он. Российский министр также назвал экзотическим предложение о возможном включении Карабаха в состав России. Независимость Карабаха никем не признана, в том числе Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет, добавил Лавров. Глава МИД России отметил, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Он добавил, что Россия будет и дальше помогать Армении и Азербайджану в поиске такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность и безопасность в регионе. Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации, вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать поиску такого решения, нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе и, самое главное, безопасность для людей, которые здесь жили всегда и должны жить в будущем. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.